Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Мы с моим младшим сыночком заболели. По мне это незаметно, да? Девочки, сегодня встала с утра, что-то накрасилась, волосы немножко выпрямила. А так мы на самом деле болеем. Ну, что-то мне надоело болеть уже, вот, потому что болеем уже давно. Я даже знаю день и час, когда я заболела, представляете? Это было, когда я вот снимала покупки с магазина. Там у меня мой котяра рыженький спит, смотрите, какой хорошенький. Хорошенький такой, да? Когда, короче, ходила в магазин этот Fixed Price, в самом магазине было очень жарко, прям даже душно, так, знаете. Вот, и я вышла из этого магазина, вышла, и прям ветер, прям такой, знаете, порывистый такой ветер, прям вообще ужас какой-то. И я еще шла, и мне старшего надо было со школы забирать. Я иду и думаю, я ведь заболею, 100% заболею. У меня, как всегда, горло, мое любимое, вот, ну, и у меня заболел еще младший мой сынок, вот, ну, в общем, мы с ним сидим дома. В общем, лечимся с ним вдвоем, вот, ну, уже что-то мне надоело, у меня температуры нет, запах, вкус не пропал, все у меня хорошо, единственное, что я каждое утро просыпаюсь отекшая, хотя вот сейчас на камеру смотрю, вроде я такая даже ничего, на самом деле я такая отекшая просыпаюсь. Потому что мы, ну, много жидкости надо пить, когда болеешь. Я компоты варю, и чай мы с ромашкой, с сыном пьем, и, в общем, всякие разные чаи пьем. Поэтому, да, вот. Но не об этом сейчас. Я заказала, сегодня я буду делать селедку под шубой. Покажу вам свой вариант селедки под шубой. И именно такой вариант селедки я просто обожаю. Вот в другом виде, ну, тоже вкусно, но не так. Как вот в моем виде. Кто-нибудь, если так не делает, обязательно попробуйте. Не знаю, мне кажется, что так вкуснее. Лично для меня. Ну, кому как говорится, да? В общем, покажу, как я ее готовлю сегодня. И я заказала себе Sunlight. Девочки, ну, не удержалась я. Я вам, то, что я здесь покажу вам, я оставлю вам ссылки внизу в инфобоксе и на скачивание приложения тоже обязательно оставлю. У кого нет, обязательно скачивайте. Сейчас, тем более, Новый год уже скоро на носу, так что коробочка моя. Я не стала все распаковывать при водителе, в общем, думаю, распакую вместе с вами. Вот это коробочка. Заказала я через приложение. Курьер мне привез, кстати, доставка DPD. Вот это же DPD у нас доставка. Она очень, кстати, стала хорошо работать. И водители такие вежливые, и отзваниваются. Прям молодцы. Прям могу похвалить. Вот. Здесь все внутри коробочки красиво запаковано. Я же оторвала. Ну, и вот такая вот у меня красота. Заказала три позиции. Вот. И сейчас вам тоже покажу. Давайте начнем вот с такой вот коробочки с вами. Обожаю вот это все. Вот это все. Очень люблю, девочки. Вообще люблю украшения, конечно же. Здесь у нас... Я давненько смотрела на эту цепочку. Еще летом. Это все у меня серебром. Еще летом смотрела на эту цепочку и хотела ее заказать, но все что-то, знаете, все что-то меня не туда. А мне кажется, сейчас с любым свитерочком, смотрите, какая классная цепочка. Это просто такая цепочка, которая вот так вот продевается вот сюда. Такая вот у нее застежечка. И вы носите. Мне кажется, вот такие цепочки мне очень нравятся, как смотрятся. Видите, она такая и небольшая, и не маленькая, прикольная. Мне нравится, как они смотрятся со всякими свитерочками или, ну, каком-то объемная кофта какая-то. И вот такая вот цепочка. Она как бы объемная, да, но при этом такая не сильно объемная. Как так можно, да? Ну, как-то можно. В общем, у меня размер 45. Бирочку сразу оторву. Давайте сразу примерю, потом покажу вам ее поближе. И вот просто вот в эту штучку вот так вот продевается. И вот такая вот получается цепочка.
шейное украшение. Вот так вот оно смотрится. Мне очень нравится. Когда свитерочек какой-то вот с горлышком, да, мне кажется, прикольно. Хотя и летом тоже под платье, да, сейчас у меня такое домашнее платье одето. Берем волосы мои. Вот. И вот такая вот цепочка. Смотрите, как классно смотрится. Давайте покажу вам ее поближе. Сейчас играла с освещением, чтобы было хорошо видно. При скачивании приложения для новых покупателей вам будет в подарок подвеска. Подвески, кстати, очень прикольные. Мне нравятся те, которые дает Sunlight в подарок. Итак, смотрите, какая цепочка прикольная. У него вот такая застежка. Вот так вот она просто сюда проходит. То есть сама цепочка, она такая, знаете, как бы воздушная, но в то же время объемная. То есть подойдет вот и на каждый день, и не только, знаете, вот такая. Ну, я покупала, буду носить ее на каждый день. Вот такая у нее, видите, застежка прикольная. Очень классно. Цепочка, она такая достаточно легенькая. Шейное украшение, вот я взяла размер 45, вес 9,24 грамма. Так что те, кто не зарегистрирован еще, не скачивал приложение Sunlight, скачивайте, девочки, скоро Новый год, надо и себя порадовать, и других тоже, да? Вот, еще получите подвеску в подарок. Будем открывать с вами следующий. Ну, цепочка очень прикольная, мне нравится. Такая просто цепочка, без всего прикольно смотрится. У меня сейчас включено искусственное освещение, потому что у нас 3 часа дня, но на улице как будто уже поздний вечер. Еще одну коробочку открываем. Я, кстати, думала, что будет не в коробочке, а в этом, просто в такой бумажной картонке, потому что здесь у меня шарм на вот этот вот мой кожаный браслет, который тоже из Sunlight, естественно, откуда еще. Вот, и на этом браслетике у меня вот такое сердечко большое, обезьянка, и бантик, обезьянка, вот это вот, она имеет вот такой вот хвостик. Я не хочу сюда такие круглые украшения, да. Я хочу именно вот такие вот висюлечки, подвески, да, правильно называется. Вот эти подвески, кстати, можно носить в том числе и на цепочке. Вот, это на самом деле очень прикольно. Я заказала вот такую подвеску. Здесь крылышко ангела, крестик и сердечко. Причем крестик идет в розовом золоте, сердечко в лимонном, и крылышко ангела, получается, оно у нас идет в, ну, как под белое золото, да. И все еще здесь вот украшено все это фианитиками. Я вам покажу поближе. Я прочитала в комментариях, вот в приложениях, да, комментарии других покупательниц, я обязательно читаю, кстати, всегда, вот, не знаю, у меня такая привычка есть, вот, я прочитала, что там многие девочки пишут, что это подвеска как символ вера, надежда, любовь. Обалденно, да? И я поняла, что у меня должна быть такая подвеска, классная. У меня еще вторая подвеска тоже есть, я вам потом все вместе покажу. Вот так вот. У меня падает, как всегда. Вот этот браслет у меня кожаный. Я, когда принимаю душ, браслет всегда снимаю, потому что я боюсь, что испортится вот эта кожа. Но он остался, вот сколько я его уже ношу, остался так, как он есть. Вот так вот он выглядит. И давайте следующий шарм тоже заказала, да? Сейчас вам покажу. И здесь у меня просто вот такая вот монетка. В лимонном золоте. Я просто хочу, чтобы у меня браслет такой универсальный, и чтобы он подходил у меня к любым украшениям. То есть не только к серебру, но и к любым другим украшениям. Поэтому я очень хочу, чтобы было именно вот так. Вот такая вот у меня получается красота теперь. У меня есть монетка. Вот такая прикольная. У меня, кстати, есть такие серьги. Тоже покупала в магазине Sunlight. Итальянский с монеткой такой подвесной. Не знаю, мне очень нравится эта тематика. Здесь идет вот эта дорожка. Вот. И вот так вот на браслете. Так, и вот мой вот этот вот браслетик. Я уже нацепила сюда все мои подвесочки. Закрывается он легко и просто. Очень удобно. Одной рукой можно сюда вкладывать и
защелкивать. Все, браслет никуда не денется вообще. Вот это у меня кожаный, он серый, видите? Он как был серый, так и остался. Не полинял, ничего с ним не растрепался, ничего с ним не случилось, не порвался. Я ездила в отпуск с ним, но еще раз повторюсь, в море я с ним не купалась, и душ я принимаю, снимаю его, вот этот браслет. Потом одеваю сразу заново. Мои все подвесочки, вот эти посередине, сердечко, оно поцарапалось, как вы видите, да, потому что я постоянно ношу, но при этом не потемнело, вот здесь вот фианитики, никуда фианитики не делись, не вывалились, ничего. Сама обезьянка тоже, видите, у нее в глазках зелененькие фианитики. И хвостик вот такой, хвостик не оторвался, фианитики никакие не вылезли, не вылетели, ничего не случилось. Бантик, то же самое, все фианитики на месте, единственное, что бантик, он односторонний, то есть с этой стороны он выглядит вот так. Вот, это единственное, что. Но все вот держится, все хорошо, все отлично у нас. Теперь давайте новый. Вот, вера, надежда, любовь. Вот согласитесь, это действительно вера, надежда, любовь. Вот она. Вот он. Крестик с фианитиками. А, вот такая вот. Я сюда поближе к лампочке, чтобы видно было хорошо. А, крылышко ангела для меня лично, да. Вот такое. И сердечко. Крестик розовое золото, сердечко лимонное золото, ну, подлимонное золото, да. И крылышко, получается, под белое золото. И вот здесь вот тоже есть фианитики. Вот здесь вот стоит сбоку проба, наверное, не видно. Вот, единственное, он тоже, ну, с другой стороны выглядит вот таким образом. Вот так вот она выглядит. Приложение можно посмотреть поближе. Есть и видео в самом приложении, то есть вы можете посмотреть на видео, как выглядит украшение. Его показывают иногда вот так в руках, но можно понять, какое оно будет по размеру и так далее. Есть отзывы, которые вы можете почитать. Некоторые девочки даже фотографии загружают. Можно посмотреть любое изделие, как оно выглядит. Мне это очень нравится. Вот такое вот у меня, видите, такая пальмочка. С этой стороны просто вот так вот выглядит. Здесь, соответственно, тоже вот по этой части фианитики. И вот такой вот у меня теперь получается браслет. Можно купить еще вот эти стопоры, да, которые, чтобы я не ездила туда-сюда. Но у меня он всегда на самом деле выглядит вот так. То есть всегда все вот это вот внизу. Но мне очень нравятся вот эти подвески. Я не хочу такие кругленькие шармики, я уже говорила. Ну, не знаю, хотя, может быть, какой-то, если шарм приглянется, то я с огромным удовольствием его куплю. А так вот такой вот у меня теперь прикольный браслет. Мне очень нравится, девочки, безумно. И вот эта вот цепочка, то есть она будет, видите, не вниз, она достаточно легкая, то есть при носке будет не вот так, а больше будет она лежать вот так вот именно по шейке, вот как сейчас у меня легло. И мне кажется, какой-то еще такой, если свитерок здесь сидеть, то она будет смотреться очень-очень классно. Мне очень нравится. Так что Sunlight прям порадовал меня в этот раз. В общем, вот такой вот. Классный у меня теперь, не знаю, мне очень нравится вот этот браслет. Подношу постоянно, не снимая. Единственное, что я снимаю, когда принимаю душ. Вообще, когда я принимаю душ, я всегда снимаю все серебряные украшения с себя, потому что от мыла они портятся, то есть слезает вот это вот покрытие сверху, да, которое не дает серебру темнеть. Вот, соответственно, поэтому я обязательно, когда принимаю душ, обязательно его снимаю. В общем, вот такой вот у меня теперь... Он на самом деле бренчит, все вот эти вот подвесочки, но мне очень нравится. И вот этот символ вера, надежда, любовь, это, конечно, вообще, на мой взгляд, просто прикольно. Вот. Так что вот такие вот у меня были покупки. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе, также на скачивание приложения, у кого его еще вдруг нет. Вот. Но обязательно там и уведомления о различных акциях приходят, которые проходят на данный момент и так далее. Вообще... И из приложения я этого заказываю, оплачиваю. Вот этот заказ я оплатила онлайн сразу же, и мне привезли. И я теперь буду ходить довольна. Как раз, когда болеешь, поднять себе вот таким образом настроение просто супер. Ну и скоро Новый год, надо подготавливать подарки. Можно, кстати же, и подарочную карту тоже приобрести в Sunlight, чтобы человек сам выбрал все, что ему нужно. Так что супер, девочки. Надо себе иногда баловать, это очень полезно. Вот. Ну и сегодня будет такой домашний влог. Сейчас там
поставила варить свеклу для селедки под шубой. Но я ее сделала сегодня вечером, кушать мы ее будем завтра, чтобы она пропиталась и была такой вкусной. Ну что, мы тут вовсю лечимся. Поставила варить компот. Там у меня еще внизу ягодки некоторые всплыли. Это замороженные ягоды у меня со своего огорода. Сейчас. Вот. У меня такая смесь получилась. Здесь немножко клубники, немножко земляники. В основном малина. И еще добавила сюда чернику. Сейчас будем с сыном как раз пить. Вот, лечиться. Компотик такой. И здесь еще поставила свеклу варить, которую вот муж в ленте купил. Так вот. Вот. Еще хочу показать вам. Вот такие купили в аптеке. Ну, врач вообще мне, младшему сыну, посоветовал какие-нибудь леденцы, ну, чтобы вот смягчать горлышко, да, рассасывать. Он говорит, ну, какие-нибудь любые, говорит, даже холс можно, да. Но холс, они же такие прям ментоловые. У меня ребенок их не любит. Вот, для смягчения, в общем, горлышко, какие-то леденцы такие рассасывать. В общем, в аптеке мне посоветовали вот такие, Кармолис. Прикольные такие вообще. Можно максимум 3 штучки в день. Они на основе меда. Сейчас я вам покажу, смотрите. Сахароза, мед, глюкоза, вода, лимонная кислота. И здесь вот, ну, ароматизатор малина, там еще есть без ароматизатора. Извиняюсь, девочки. Вот. Смесь эфирных масел. Вот какие здесь эфирные масла. Смотрите. Лаванда, коричневый, гвоздика, мускат, шалфей, мелисса, анис, лимон, тимьян. Видите, 10 лекарственных растений. Слушайте, такие классные леденцы даже мне помогают. Хоть они и детские, но мне для горла вообще... Вообще прям суперские. Очень понравились, девочки. Если вдруг... Ну, я надеюсь, что вам не пригодится, но на всякий случай, да, вот такие Кармолис. Есть еще взрослые, есть детские, есть взрослые, вот. Но я детские тоже вместе с сыном рассасываю. Очень прикольно, вообще облегчает действительно. Даже, мне кажется, они, знаете, такие по вкусу сладкие, немножко с ментолом, как бы чуть-чуть такого ментола здесь есть. И даже облегчает дыхание, как-то вот нос лучше дышит, действительно очень классно. Вот, так что актуальная темка, да, вот, но надеюсь, что вам не пригодится такое, вот, ну, а мы тут вовсю будем лечиться, точнее, лечимся, вот, варю компот, вот, у меня с клюквой или с брусникой компот младший сын не пьет, ему не нравится, вот, он у меня с малиной пьет и, ну, с клубникой, то есть я ему такие ягодные обычно делаю, вот, так что пьет. И еще мы с сыночком все время пьем чай с ромашкой. Вообще ромашку мы пьем всегда, когда болим. У меня даже дети иногда просто так пьют чай с ромашкой. Им очень нравится. И все время, кстати, педиатр мне говорит, что супер, что ребенок пьет чай с ромашкой. Вообще супер. Вот. Как я его завариваю? Ромашку всегда покупаю. Ну, мне кажется, у меня всегда вот этой марки. Ну, я спрашиваю, в общем, в аптеке обычную ромашку... В пакетиках. Кстати, я с Айхерба еще заказала ромашку. Придет, потом покажу. В общем, вот такие вот пакетики. Я беру один вот такой пакет и один пакет черного чая. И завариваю. То есть я бросаю в большую кружку пакетик вот этот, да, обычного чая, ну, какой есть. И вот этот. Потом, чтобы не был чай крепким, я, ну, немножечко так помакала, да, вот этот убираю пакет, а вот этот в чае оставляю. Все равно, пока чай немножко подостынет, потому что у меня супер горячий, никто не пьет. Вот. Добавляю немножко сахарку, размешиваю, и вот получается просто аромат вот этой ромашки. То есть вы пьете чай, обычный чай с ароматом ромашки, я бы вот так сказала. Он очень полезный. Это меня так научило заваривать. Давно-давно еще у нас был такой педиатр-мужчина, такой в возрасте, очень хороший, очень классный, он много каких советов вообще давал, и он вот так вот посоветовал заваривать, то есть убираете вот этот пакетик, а вот этот оставляете в чае, и он как бы настаивается там, и получается отдает все свои вот полезности в напиток, и даете по чуть-чуть пить, вот, ну как по чуть-чуть, вот у меня там пьет, пока не остынет, да, вот. И вот он нам посоветовал вот так вот заваривать чай, чтобы дети пили. Потому что заваришь просто ромашку, дети не будут пить. Ну, по крайней мере, мои уж точно не будут. И я не знаю вообще детей, которые пьют ромашку просто так. Вот, поэтому
В общем, вот таким вот образом завариваю. И себе всегда так завариваю, и детям всегда так завариваю. В общем, у меня даже стали они любить. Даже могут просто так вот зимой. Мама, ромашка есть? Есть. У меня даже сын старший научился уже заваривать, как я делаю. В общем, полюбили они меня в итоге ромашку. Так что я ее всегда покупаю в аптеке. Вот сейчас сахёрба заказала, но жду посылку. Вот, надеюсь, что скоро придет, будем как раз пить. А так вот таким образом завариваю. Ну, покупаю вот это в пакетах, потому что, чтобы не было вот этих вот, ну, чаинок вот этих всех. Вот. В принципе, все равно какой марки, я не знаю, отличия я не нашла. Вот. Так что вовсю лечимся, девочки. Ну что, будем готовить селедку под шубой. Это, кстати, мой любимейший салат из всех. Наверное, самый любимый. Но готовлю я его не часто, потому что я его много съедаю. Как-то так. Обычно на селедку под шубой все ингредиенты натираются на терке и делается много слоев. Я знаю, что некоторые даже кладут сюда морковку отварную. Я этого не делаю. Я картошку просто нарезаю вот такими кубиками. На самом деле все ингредиенты же те же, да, но просто то, как мы их, скажем так, укладываем, наверное, от этого в этом и есть вся разница. Но я очень люблю, когда именно вот так, как я делаю, да, то есть такой вариант мне нравится больше. Я когда-то у кого-то ела такую селедку под шубой, и вот, так сказать, осталась в памяти, и я стала делать теперь сама так. Вот, я беру красный лучок, купила специально, он менее острый, он, кстати, очень хорошо подходит на салаты, но я добавляю все равно лука не так много, потому что, во-первых, я сама не люблю, когда много лука, и у меня, ну, и домашний тоже как-то. На самом деле муж любит, но я как-то приучила к тому, что лука все время кладу немного, и когда в блюде много лука, муж уже, ну, ему уже не так нравится. И потом картошечку промазываю майонезом, ну так, не сильно много майонеза, на самом деле я добавляю немножко. Я делаю две тарелочки, большая тарелка это будет с селедкой, а вот маленькая тарелка у меня будет с маринованными огурчиками. Кстати, такой вариант, добавлять сюда маринованные огурчики, как-то давно, может быть, год назад или больше даже, мне предложила одна из моих зрительниц, когда я делала такой детский вариант без селедки. Дети у меня селедку не едят. И я делала раньше просто вообще без маринованных огурцов, просто картошка, свекла и как бы все. Вот. И одна подписчица моя написала, ну или зрительница, да, что можно вместо селедки добавить маринованный или соленый огурец, и будет очень-очень вкусно. И спасибо вам огромное, если вы все еще меня смотрите, за такую подсказку, потому что действительно получается очень вкусно. Нам всем очень нравится. В общем, с огурчиком это детям, а мужу и мне такую большую тарелищу уже с селедкой. Селедка, кстати, вот эта вот очень хорошая. Она очень хорошо очищена. Практически нету косточек, да. То есть она очень, ну, очень хорошо очищена, потому что обычно покупаешь филе и еще потом сам чистишь. Здесь такого нет. В общем, все вот так выкладываю. То есть все нарезаю картошку кубиками, да, а селедку такими, ну, длинненькими, да, такими кубиками длинненькими, если можно так назвать. Дальше чистим свеклу. Вот эту свеклу, кстати, которую я купила в этот раз муж, она уже не такая хорошая, как вот был в предыдущий раз. Она уже такая, ну, как бы менее сладкая, менее такая, ну, в общем, не такая уже, я бы так сказала. Предыдущая была, когда покупали в ленте, была прям очень вкусная свекла. Ну, тоже пойдет, тоже хорошо на селедку под шубой, вообще отлично. Натираю я ее на крупной терке и выкладываю уже сверху на нашу селедочку или огурчики. Вот, кстати, тоже кто не любит селедку, вот с маринованными или солеными огурцами, можно положить побольше лука, тогда он будет такой салатик поострее. Я, ну, соответственно, так как детям я не стала класть много лука, вот. Или сделать, например, с солеными огурцами, тогда будет тоже такой как бы понасыщеннее вкус, я бы так сказала. Я пробовала делать и так, и получается очень вкусно, мне очень, моим детям очень нравится. И далее выкладываем майонез. Вот, стараюсь немного, но это такой салат, когда не получается немного майонеза класть. Вот у меня одна упаковка
скажем так, я ее доиспользовала и вот открыла вторую. Вот, потому что достаточно сложно так обмазать, чтобы было мало майонеза. Вот, и буду потом, конечно, ставить салатик на ночь, он у меня будет пропитываться, и на следующий день мы будем кушать. Обмазываю так по краям, в общем, полностью. И детский тоже. Вот, тоже стараюсь поменьше майонеза, но, еще раз повторюсь, это тот салат, где не получается мало майонеза добавлять. Вот, я пробовала как-то разбавить майонез со сметаной, но не тот вкус. Не, ну, вот немножко это тот салат, где, к сожалению, нужен именно майонез. Вот. Так что вот так вот обмазываем. И теперь салфеточкой я просто убираю вот это вот по краям, чтобы, ну, не пачкало мне холодильник. Как вы видите, у меня все, все в свекле. Но вот, в общем, вытираю, чтобы было чистенько. Просто обычным бумажным полотенцем. Да? И сверху натираю яичко. На самом деле можно зеленый лук нарезать. То есть яичко у меня так чисто для украшения просто этого салата. Получается, мне кажется, 5 дней. Вот. Ну, можно еще зеленый лучок сюда. В общем, украсить можно как угодно. Вот. Ну что, вот такие салатики у меня получаются. Буду отправлять их в холодильник, и на следующий день мы их уже будем кушать, полностью они пропитаются. Где-то все-таки у меня маловато майонеза, но ничего страшного. Вот, так что вот такая вот вкуснятина у меня получилась. Ну а я на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, что все ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!